В Нижнем Новгороде первый дом будет утеплен по новой экспериментальной технологии. За всю 40-летнюю историю дома номер 47 по улице Ковалихинской здесь был произведен только косметический ремонт. Теперь на фасаде будут установлены термопанели, которые послужат для дома и утеплителем, и облицовкой. Изначально вообще проект этот дом должен был оштукатурен, но мы столкнулись с рядом проблем. Во-первых, это большие завалы на стенах у дома, и очень плохо отбивается существующая плитка на панели. И это нам не позволило бы выполнить качественно штукатуривание данного дома. Поэтому мы подумали, предложили использовать термопанели. Жители на капитальный ремонт собрали 563 тысячи рублей. Недостающую сумму, порядка 7 миллионов, на условиях возвратности в соответствии с действующим законодательством, выделил фонд капитального ремонта Нижегородской области. За капитальный ремонт дома мы платим. Я лично плачу. Вот на примере этого дома я вижу, куда деньги уходят. То есть здесь они реально идут в тело. Были щели между панелями в кулак толщиной, то есть была плесень там и так далее. То есть сейчас все это заделано и будет намного теплее. Полностью поменяли в подъездах пластиковые окна, опять же поставили. Сделали внешнюю вот крыльцо, как видите, то есть стояло тоже давнешнее, со времен подстройки. В подвале поменяли трубы там и так далее. То есть в подъездах, вот если зайти внутрь, плиткой первый этаж выложен, полностью все сделано. Сегодня на объектах фонда регионального капремонта трудится порядка 2000 человек из 76 подрядных организаций. Работа кипит. Капитально ремонтируются крыши, фасады, внутренние коммуникации, однако динамику замедляют погодные условия. Сегодня, как бы сказать, процесс имеет определенную динамику. Но учитывая, ну, во-первых, климатические условия, которые были, и весна затяжная, и лето, два месяца дождливых, конечно, это дало определенный сбой. Но тем не менее, как я и обещал, о том, что мы брали обязательства, и они остаются в течение 2 лет, 2017 и 2018 год, войти в нормальную стабильную работу.